Тайфун Ниугури, что по-корейски значит «енот», покидает Окинаву и направляется в сторону японского архипелага. Метеорологи считают, что в пятницу он достигнет Токио, но уже заметно ослабевшим. На Окинаве же он проявил свою полную силу, что даже заставило власти ввести на островах особое штормовое предупреждение. Такой статус присваивается стихийным бедствием лишь в особых случаях. Было страшновато, когда выключился свет, но хотя бы дом не развалился на части. Сила ветра превышала 70 метров в секунду. Жертвами стихии стали по меньшей мере два человека. Оба рыбаки, застигнутые тайфуном в море или на берегу. 40 человек получили травмы из-за летающих предметов или будучи сбиты с ног ветром. В некоторых районах Окинавы штормовое предупреждение еще действует. Власти обеспокоены сильными осадками до 10 сантиметров в час. Рекомендации покинуть свои дома из-за угрозы наводнений и оползней получили 200 тысяч человек. Ранее это число составляло 500 тысяч.